Привет, кошелечки. Кто нам не задонатил, тот себе нагадил. Человеку. 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 В новом забиве мы сделали завод, на котором будут работать все задроты БС. Как и мы, на этом заводе мы встретили этого чела из рекламы Теле 2 и добавили его в Бабл Квас. Он любит разносить разных ботиков, даже рандомов. Но у него это не получается, ведь укус мухи больнее, чем его удар. Но нужно, чтобы вы его обязательно купили, поэтому кнопка запуска с санина есть сразу при начале игры. Вместе с ним на 1 миллиард 597 уровне нового забива вы получите новый салат для студента Цезарь. Мы нарисовали несколько новых шмоток для наших рабов, которые стоят как две твоих почки. Также мы сделали мем Пэм и Бебру Лунтика. Бебру Лунтика будут разыгрывать наши рабы-ютуберы. Но ты проиграешь, и тебе нужно будет его купить. А иначе новая серия Лунтика не выйдет. Но нам нужно больше биткоинов. Поэтому мы сделали скин на Мортиса для Лал Ю, у которого есть битки. Еще мы короче сделали новый режим, в котором вы должны собирать нам деньги в кошелек. Если ты не собрал 15 миллионов долларов, тебя забанят в Бравель Старс. Мы добавили еще одного раба для нас. Его зовут Гасас. Мы не смогли назвать его Газ, ибо в Европе нет Газа. Он вообще задрот в Бабл Квас и сын котлеты и дед инсайда. Нам было лень рисовать ему нормальную модельку, поэтому даже экран Nokia выглядит лучше. Еще мы балаболим тут о чем-то, но главное это. Диалоги Тета Тет до утра зажили были, от нее секретов нет. Избавляемся от рандомов. На езжании подписался, ботом остался.